Здравствуйте, это канал Максимадзе, и лето подходит, к сожалению, к концу. И я предлагаю поэтому сыграть какой-нибудь еще один под заключение эпизод в Angry Birds Seasons, который, я бы сказал, подходит к лету. Это будет сегодня Tropical Paradise, Tropical, Pig, то есть есть вставка такая в слое. Наверняка вы задаетесь вопросом, почему тут все уровни уже пройдены. Дело в том, что я уже второй раз записываю это видео. Когда я его записал в первый раз и нажал кнопку «Завершить и сохранить запись», Bandicam, видимо, заглючил, и при попытке открыть записанное видео пишет: «Файл поврежден, невозможно открыть файл». Короче, запись не удалась, файл почему-то поврежден, и вот такой вот облом. Ну что ж, золотые яйца я уже открыл, соответственно. Поэтому я вам не покажу, как их добыть, я вам покажу только, где они были. Ну что ж, такая вот печаль. Обычно у меня такое крайне редко происходит с Бандикамом. И вообще обычно такое происходит, когда у меня... Я нажимаю кнопку «Завершить запись» во время того, как зависнет игра, и мне приходится перезагружать компьютер. Вот в таких случаях запись сохраняется поврежденной. И то не всегда, кстати. А тут в этот раз ничего, по-моему, не было. Все вроде бы было нормально. Ничего не зависало, но почему-то запись обломалась вот так. Надеюсь, во второй раз этого не повторится. Вообще, короче, что это за эпизод? Это один из более-менее поздних эпизодов. Но посвящен он тропикам. Тропикам, я не знаю, куда, если день тропик, но тем не менее, он такой теплый, я так понимаю, а я думаю, подходит к лету. Но сам эпизод, может, и не вызовет у вас ностальгию, но эпизод, я считаю, красивый. Красивая локация, и то здесь даже будет два варианта этой локации. Первая часть будет на закате, вторая часть будет ночью. Так, второй уровень — это у нас такой вот корабль, который все уже разрушен, собственно. От него одни обломки остались. И кроме того, в Angry Birds Seasons нам придется сыграть уже в ближайший день, потому что скоро 1 сентября, а в честь этого тоже есть эпизод, называется Back to School. Собственно, отпразднуем 1 сентября этим эпизодом. Многие, я думаю, из вас не будут рады этому дню, потому что снова в школу, лето закончилось. Вы знаете, я когда-то... Меня раньше... Я видел, вот когда в школе учился, я видел в августе часто рекламу такую детского мира. Такие вот просто бесячие слова. В школу за высокими отметками. В детский мир за низкими ценами. И вот эта вот реклама меня постоянно бесила, потому что она мне напоминала про школу, про то, что скоро опять школа. А я не хочу снова в школу. И вот и сейчас крутят рекламу по телевизору, где опять же напоминают про школу. Вот теперь она меня уже не напрягает, потому что я уже давным-давно закончил школу, и колледж уже, кстати, тоже закончил. Но, тем не менее, все равно как-то вспоминаются те самые неприятные моменты, когда я... когда меня эта реклама раздражала, когда я ходил в школу. Ох, опять в школу, какие... Давай, динамит. Блин, жаль, динамит не упал. Надо в динамит упасть вот этому красному. Блин. По-моему, по такому же принципу все идет, и результата нормального нет почти. А сейчас даже хуже. Нет, пока не будем. Пока будем пробовать по-нормальному проходить. Но что-то в динамит попадать не получается. Здесь вот.
О, сейчас получилось, отлично. Хорошо. Последнего даже отправлять не пришлось. Первое яйцо, кстати, я помню, было на уровне 1.7, вроде бы. Насколько я помню. Вроде бы там оно было. Я его там уже достал. Конечно, все их здесь два. Оба достал. Это пока четвертый. Эпизод из двух частей, но на этот раз там не по 15 уровней, а всего лишь по 13. Число несчастливое, но... Нам это мешает. Как хорошо прям этот уровень прошелся. Когда я первый раз записывал, я долго не мог этот уровень пройти. Что сложно какое-то было. А сейчас вообще идеально просто. Рекорд 181 970 очков было. А сейчас вон 251 тысяча. А, этот уровень я с усилением, по-моему, прошел. Получится ли сейчас пройти его без усиления? Проверим. По-моему, проблема была в том, что вот до вот этих свиней было трудно достать. Ну да, одного туда я достал. Во, без усилений прошли. И чуть-чуть лучше рекорд даже. А вот и этот я тоже с усилением прошел. Но вот этот уровень действительно был довольно сложным. Я его действительно проходил долго. Так, нет, еще раз. Это не совсем то, что я хотел. И это тоже не совсем то, что я хотел, потому что динамит не взорвался. И опять сейчас тоже не взорвался. А, нет, сейчас нормально. Ладно, давайте я последнего вот этим добью. Потому что реально всех перебить тут довольно долго будет. О, да, вот это прикольный уровень, кстати. А, предыдущий уровень. Я забыл показать, где там было яйцо. Яйцо золотое было вот здесь вот, вон там, в этих вот... зарослях или что это такое, не знаю. Туда надо было как-то попасть, но, по-моему, я сделал это с помощью усиления. Я с помощью вот этого вот туда, по-моему, добрался. Так, сейчас мы эту башню разрушим.
Так, ну это еще не все. Застрял один внизу. Да блин. Ладно, попробуем еще раз. В окно в одно залетели. Так, ну что-то не очень. Блин, а? Эх, крушение завалило отдыхающих внизу. Какое происшествие. Телевизионный репортаж обеспечен. На канале... Смотрите на канале Максимата. Так, ладно, а тут уже сердечки какие-то. Нест. Чего, блин? Ну какого черта? Блин, я с этим не... Я с таким... Я тут лоханулся, я тут не свечусь с таким подлогом. Сердечко из Boxing Kiss. И причем я... Вот это... Ну вот как можно было два раза так промахнуться, а? Я не понимаю. Нет, я лучше сделаю так. Пусть чуть-чуть подразвалится, а потом как-нибудь застрелю. И во второй теперь. О, так, ладно. О, вот этот уровень я тоже, по-моему, долго не мог пройти. Потому что не понимал. Блин. Я забыл, что эти плохо ломаются. Так. А, блин, надо было эту штуку разрушить. Ну ладно, я не смог эту штуку взорвать, но... Тем не менее, прошли уровень все равно. Так, самолетики тут у нас. Которые могут, кстати, падать. Вот, пожалуйста. Дым. Второй. А, нет, там еще, оказывается, свиньи остались. Вот этот вот свин постоянно в живых остается. Вот это прям аж бесит. Может, туда?
сюда лучше стрельну сначала. Так, они точно сдохнут. Так, хорошо. Лучше, чем в первый раз, но тоже, но все равно на одну звезду. Так, посмотрим. Здесь у нас, там у нас динамита много. Зачем я так стрельнул в него? Динамитов до тех что-то не долетает вообще. И это что-то тоже не помогает. Так, ну-ка. О, вот сейчас куда-нибудь упадет. Ну, как-то не очень. Ну, сейчас что-то вообще какой-то странный удар был. Причем этот уровень я как-то смог же пройти без усилений. Судя по отсутствию соответствующего значка у рекордов. Да, блин. А, правильно, давайте так сделаем. Что-то не получается в этот раз. Не очень удачных местах расположились эти штуки со звездами. Все, прошли. И то один не взорвался из этих. О, вторая часть. На уровне 2-4. Находится второе золотое яйцо. Вторая часть у нас ночная полностью. В то время как первая на закате. Так, и капитан. Внизу. Капитан непонятно чего, правда. Так, что у нас здесь? Лава тут у нас есть. Лава, это интересно. Так, подождите. Без усилений прошли ведь. Время как первый раз я с усилениями это прошел. А, так, дальше что?
эти цепи ломаются, в отличие от того уровня, где сцена висела под цепями. Там они были полностью серебристые, и они не ломаются. Здесь чуть-чуть ржавые, которые ломаются. Ну что же такое? Ничего-то не попадает. О! И плохо. Так. О, окей. А, я вспомнил. Вот здесь вот, вот тут за фотоаппаратом находится яйцо золотое. Надо было сначала вот этот переключатель дать, чтобы вот эту фигню подняло. И туда как-то залететь. Но я опять же с помощью усиления это сделал. Потому что что-то птицами просто не получалось у меня туда залететь. О, сейчас получилось лучше, чем в тот раз. И здесь лава тоже. Короче, заново. Из прицела сложно попасть куда-либо. Блин, сложно. Блин, короче, я вот так сделаю, это уже далеко сильно свин тут находится. Чё-то в этот раз хуже это получилось, чем в первой. Ах, что это за арбалет или что это такое? Кстати, показалось сначала, что вот это яйцо золотое, но это шарик золотой. Так, ну-ка.
Так, давайте заново. Чё-то не очень с этим уровнем у нас пока что. Понял, это кому там, это кто сейчас написал там. Так, ладно, стреляем пока, я гляну-ка. Давай, давай, падай, падай, падай быстрее. Так, давайте вот таких еще возьмем. Что-то мне это не нравится. Андрей Опиум, понятно, что еще за Андрей Опиум, блин. А, все. Это игра не дождалась момента нужного. Вдобавок мне плюс 30 тысяч очков подкинули за этих птичек. Я что-то думал, за этих птичек мне очки не будут зачислять, потому что они бонусные. Вот потом, вот, например, в Angry Birds Star Wars. Был пауэрап такой, где можно дополнительную птичку себе сделать, если не хватает. Но за дополнительную птичку там 10 тысяч очков не начисляется. Не дали. Чуть-чуть не получилось. Давай, давай. О, хорош. Девятый уровень осталось довольно немного. Я не знаю, нужно ли было уничтожать вот этого вот белого свина. Потому что за него дали 5000 очков, как за любого свина, но при этом очки были не зеленого цвета. Так что, наверное, не надо было. Ну, вернее, не обязательно. Не обязательно было его уничтожать. Потому что, скорее всего, он не настоящий, это фальшивый свин. Сейчас разрушим эту постройку. Но она немножко попрочнее, чем та башня, которую мы разрушали в предыдущем, в одном из предыдущих уровней. Отдыхающие в лодке также, к сожалению, получили... К сожалению, погибли во время этого крушения. Смотрите новости на канале Максимадзе. Так, вот этот уровень был одним из тех, который являлся наиболее сложным. Но я, впрочем, я как-то его прошел без усилий тогда. А мы прошли этот уровень даже лучше, чем в прошлый раз. Ну-ка, так, огонь. Опа, опа. Четко, цели. Король свиней это был. Кстати,
говоря, но это не последний уровень-то еще вроде. Блин, я эту фигню не заметил. Да блин, короче, как там с усилением прошел, так и сейчас. Видимо. Это как блок так прошел? Так, смотрим дальше. Вот это последний уровень. Но короля свиней нет на нем. Он почему... Король свиней почему-то на предпоследнем уровне в этом эпизоде. Нет, последний. Такое чувство, что перепутали порядок уровней. А может и нет, может так было задумано реально. Все, памятник разрушен. И все. Сделали это. И без усилений. Все, этот эпизод пройден. Остались у нас еще золотые яйца. Ну, я на 3 звезды подходить сегодня не буду. Это геморрой для меня. Так, первое. Золотое яйцо. Здесь у нас телепорты из эпизода Крабекун, или как он там. Короче, эпизод в честь цирка. Цирк. Эпизод, посвященный цирку. Мы его еще не проходили, но обязательно он будет. Эпизод прикольный. Да, и второе яйцо. Оно немножко посложнее, чем первое. И не такое интересное. Но тем не менее. Ой, зачем я вышел? Так, так. Ага, и последний. Хорошо. Быстренько прошли этот уровень, в отличие от предыдущего раза. Ну что ж, мы прошли уровень Tropical Paradise. В следующий раз мы будем проходить эпизод Back to School. А, ну что ж, на сегодня все. С вас Ликус подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. Также подписывайтесь на всякий случай канал Дзене. Надеюсь, что эта запись сохранится удачно, в отличие от первого. И всем пока.